Почти 5 миллиардов рублей направили на финансирование объектов республиканской адресной инвестиционной программы. На эти средства построят и реконструируют школы, детские сады, культурные, спортивные объекты и медицинские учреждения. С чего начать, обсудили на совещании у врио главы Чувашии. В адресной инвестиционной программе на этот год 74 новых объекта. Финансируются такие направления, как переселение граждан из ветхого фонда, строительство объектов, обеспечивающей инфраструктуры. До конца года планируется завершить начатую ранее реконструкцию социально-культурных учреждений. Объекты, введенные в эксплуатацию в первом квартале, это 3 переходящих с прошлого года объекта дошкольных в районах республики. До конца 2020 года планируют завершить строительство и реконструкцию таких новых объектов, ввести их в эксплуатацию, как Чувашская государственная филармония после реконструкции, здание бюджетного учреждения «Городская детская больница номер 2», региональный центр по хоккею, детский сад на 110 мест в Новоюжном районе, общеобразовательная школа в селе Байгулово Козловского района, а также ряд футбольных полей в сельских районах Чувашской республики. Всего в 2020 году ведется строительство 6 объектов, переходящих законтрактованных с 2019 года, и планируется начать строительство и реконструкцию 68 новых объектов. Свои коррективы вносит и сложившаяся эпидобстановка. Чтобы уложиться в срок, Олег Николаев призвал усилить контроль за подрядными организациями. Кроме того, необходимо провести все процедуры по 12 детским садам, чтобы выйти на аукционы. Особое внимание новой школе в микрорайоне «Университет». Очень много обращений лично ко мне идет по поводу вторых смен в школах, вот именно в этом микрорайоне. И мы здесь как раз уже можем вот этот процесс ускорить. То есть, говоря этот процесс, я имею в виду ликвидацию вторых смен. Если вовремя удастся проделать все необходимые мероприятия, школа новых возможностей будет готова принять 1500 юных жителей северо-западного района через год. В этом 1 сентября двери распахнут столичная школа в микрорайоне «Новый город» и средняя школа в селе Байгулово Козловского района. Наталья Мальчикова, Бахтияр Велиев, Республика.